Друзья, всем привет! Мы продолжаем проходить Fallout Shelter. Входим в убежище 13. Я немного пофармил тут без вас. Так что немножко у нас крышечек есть. Плюс у нас вернулись поселенцы там некоторые. Принесли нам некоторые ресурсы из пустоши. Соответственно, мы сейчас будем за наши денежки строить спортзал, в котором будут у нас качаться наши поселенцы. Наши беженцы, или как их там... Жители убежища, можно еще назвать. Так, значит, строим спортзал, в котором мы будем качать силу. Сила нужна нам будет по максимуму для того, чтобы мы смогли хорошо работать на электростанциях без провалов. Ну, конечно, провалы будут в любом случае при 100%. А пока что... Наверное, мы сейчас сначала... Нет, мы сначала сейчас построим лифт. Лифт, да. Строим лифт. Такс. Один. Одного хватит, я думаю. И, соответственно, где у нас тут? Комната с тренажерами. Вот она самая. Так, нет. Надо сначала тогда камушек еще удалить. Я не заметил камушек. Да, вот этот. А теперь можно... И комнату с тренажерами. Так. Раз. Два. И три. Так, вот она комната у нас. Можем ее также, чтобы они еще быстрее качались, соответственно. Нам нужно 3000 крышек. Ну, у нас пока что не хватает. Нам, в принципе, пока что так хватит. Так, и сейчас мы посмотрим... Кто у нас быстрее всех будет качаться. По силе мы сейчас отсортируем наших поселенцев, соответственно. Так, сила. Вот у нас станция воды работает один. Вот, иди сюда, у нас будешь качаться сейчас здесь. Максимум, по-моему, сейчас можно 6 человек сюда в тренажерку переместить, чтобы они прокачивали свой левел. Так. У нас еще еды не хватает. Вот как оказывается. У нас потому что не работает одна из кухонь. Это очень плохо. Так, сейчас мы посмотрим, кого поместить. Также, кстати, сюда можно, я забыл сказать, можно помещать сюда наших жителей, нажав на вот эту вот кнопочку. Здесь, соответственно, показывает, что у нас 0,6. И выбрать, соответственно, здесь всех жителей, посмотреть, кто из них кто, где, как работает, с какими характеристиками. То есть мы выбираем, значит, соответственно, у нас, мы видим внизу у нас столовая, буковка А. Значит, мы сейчас сортируем по буковке А и смотрим, кто у нас где работает. Соответственно, вот у нас жилой комплекс, отправляем. И он сразу, поселенец наш, убежище, житель, побежал, значит, работать на кухню. Так, берем следующего. Ну, я думаю, по 3 человека больше не нужно, чтобы там работали. Значит, столовая у нас работает хорошо. Это на очистке воды работает. Можно, в принципе, его отправить сюда. Он как раз тут что-то невеселый, ему не нравится работать с водой. Может, на кухне повеселеет. А лучше всего, конечно, его отправить в комнату отдыха, и он там будет развлекаться, общаться и так далее. Так, значит, берем третьего, кто там, столовая, лаборатория. Ну, в принципе, лаборатория нам пока не нужна, у нас там есть, мы там притащили некоторые ресурсы, так что можно, в принципе, его забрать туда. Так, и на этом, наверное, трех нам хватит. Сюда, значит, помещаем еще одного поселенца. Какого-нибудь свободного. Так, электростанция. Столовая, жилой комплекс. Вот, жилой комплекс. Как раз-таки то, что нужно. Сюда можно поместить. И станция обработки воды, жилой комплекс. Еще одного можно сюда поселенца отправить. Так, что тут у нас? Сколько свободных? Трое, получается, свободных. Сейчас смотрим, куда мы их поместим. Один, три... Один. Ну, можно, в принципе, вот сюда на воду отправить одного. Так, этого поселенца тоже можем на воду отправить. А этого... Так. Еда 1-1. Вода 1.
сюда 2. Ну пусть, ладно, воду, а то на воды что-то не хватает. Так, у нас где-то тайный агент появился. Главное его увидеть. Ну, по-моему, мы его не... Где он? Где? Нет, не видно, к сожалению. И не вижу я его. Он где-то спрятался. В плаще где-то стоит. Может, за какой-то стойкой или где он может стоять? Нет. Не получится его, наверное, увидеть. Ну, ладно. А то бы мы его поймали бы сразу с поличным. Забрали бы у него крышки. Ну, пусть живет. Может, в следующий раз поймаем. Так, соответственно, у нас сейчас там возвращается наш последний житель. Вернее, не последний, а единственный, который ходил в пустошь за хламом. Так, можно посмотреть, что у нас тут за задание. Тут 12, 6, 10, 16, 6, 16, 13, 20, 5. Ну, в принципе, можно вот сюда посмотреть, кого-нибудь отправить. Так, кого мы отправим? Электростанция, столовая, станция обработки воды, столовая, энергоустановка, станция обработки воды, электростанция, медпункт, станция обработки воды, электроустановка. Кого же мы отправим-то? Вот вопрос. Угу. Давайте сейчас посмотрим, наверное, ну, по уровню, кто у нас там самый слабенький, наверное. Можно их отправить, чтобы он у нас непосредственно подкачался. Значит, вот этого мы отправим, жителя. Так, посмотрим, что у него оружие. 6-8, но у него лучше всего оружие. Так, не забывай всегда шприцы брать, иначе жизни нечем будет подлечить против этого. Так, берем второго поселенца. Что у него тут? 5-7, ну, в принципе, хорошее оружие. И берем третьего поселенца. Вот, 8-го левела. Ружье. 4-5. Вот это возьмем. 5-6 будет. Так, соответственно. И начинаем сразу. Да, подтверждаем. И побежали мы. Время у нас ускоряется. И мы прибегаем на место. Так. Найти источник сигнала. Вот такое у нас здание. Сколько много этажей. И у нас тут играет музычка прикольная в игре. Так. Значит, вот так вот будем по порядочку, наверное, подниматься. Змейка, если получится. Так. Таракашки. Таракашки выползли. Ну, мы сейчас быстро разложим. Так. Давайте. Бейте их. Молодцы. Еще одного. Вот, почти. Вот, все. Тут у нас пистолет, тут у нас броня. И там кто-то вон из тараканов нам что-то оставит. Крышечки, конечно же. Так, идем дальше. Поднимаемся на лифте. Так. Что тут? Ага, еще тараканы. Во, 2х сразу как, быстрого. Давай, бей. Ну что вы стоите? Стреляйте. Вот, молодцы. Так, опять крышки. Так, вот, из этого таракана нам... Вот, оружие дали нам, отлично. Так, еще 3 таракана. Ну, значит, здесь лифт по-любому будет. Так. Вот этой вот нам больше всего достается, я смотрю, у нее жизни быстрее всего уходит. Хотя на 8 левела, это у нас 7-го. Нет, 7-го. Ну и у этих, видимо, броня получше будет. Поэтому не так сильно жизни поднимают. Ну а чем дальше, тем сильнее будет жизнь у нас. Уровень сложнее будет, жизни будет больше отнимать. Так, вот здесь как раз-таки, наверное, дойдем сюда. Здесь, наверное, лифт, потом вернемся сюда, сюда и сюда. Да, змейка как раз. И, соответственно, мы пройдем, зачистим все здание. Побываем в каждой комнате. Так,
Но пока еще рано тратить аптечку. Вот как будет половина жизни, так можно будет, в принципе, использовать аптечку. Так, готовы. Так, есть что-нибудь с них? Вот, с этого что-то есть. Идем к лифту. Ну да, лифты там и тут. Ну, в принципе, нам и с этим лифтом нормально будет. Едем вверх. Идем сюда. Ага, тут тараканы. Так. Ну, бейте, что вы стали, стоите. Давай, давай, бей, бей. Чё, куда побежал-то? Чё бегаем-то? Вокруг да около. Вот, отлично. Чертежик, то, что надо. Так, заходим сюда. Да. Так, теперь сюда смотрим. Опять тараканы. Кстати, вот эти вот подсвеченные коробочки, их сейчас нельзя взять, пока мы не расправимся со всеми врагами в комнате. Как только всех убиваем, тогда можно будет собрать вот эти вот ресурсы. Вот, вот. Сейчас нужно пятикратный урон. Ах, не получился. Надо очень быстро нажимать. В тот момент, когда в центре будет, тогда получится пятикратный урон. Мы очень быстро даже любого монстра, даже самого сильного убьем. Будь там таракан, или крыса, или еще кто-то там. Или рейдер какой-нибудь. Вот он, пожалуйста, рейдер. Наверное, босс какой-то. Судя по броне какой-то, он мощный. Ты знаешь, сколько времени у меня ушло на подготовку? А из-за тебя у меня нет ничего. Ты заплатишь за это. Вот, босс. Я же сказал, что это босс. Так, ну, пока что можем тогда подлечить жизни. Так, ты куда у нас уехал? Так, он сильно бьет. И вот сейчас он... Оп! Пятикратный урон. Вот, и мы сразу ему полжизни снесли. Оп! Трехкратный урон. Все, быстро мы расправились с ним. Так, так. Из него сейчас что-то интересное должно выпасть, да? Нет, к сожалению, только крышки. Так, сколько у нас жизни? Здесь нормально, здесь нормально. Здесь маловато. Так, выпили. Вот лечилку, хилку мы использовали. Идем дальше. Так, сейчас опять тараканы. Ну, я так и знал. Так. Ну, мы с ними быстро расправились, я думаю. Давай, 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 пей. Ну, хватит уже стоять. Вот. Так, там есть у кого чего? Нету, все. Ладно, идем на лифт. Наверх. Возможно, мы уже босса убили. Тут, в принципе, остались, наверное, только одни тараканы. Хотя, может быть, еще один босс. Так. Ружье. Так. Ага, ну я же сказал, тут еще тараканы. Вот, просто. Бей. Добыча. Халат. Ну и последняя комната. Ничего интересного, кроме тараканов. Все. Собираем какие-то часы, мы поняли. И, соответственно, чтобы завершить миссию, нажимаем сюда. Найти источник сигнала. Мы его нашли. Мы молодцы. Окей. Это то, что мы нашли. Возвращаемся в убежище. Так. Мы можем мгновенно вернуться, а можем подождать, пока не вернутся. Через 3 часа. У нас 4, в принципе, бутылочки осталось. Нет, мы... О, еды мало. Сейчас, погодите, сейчас будет у вас и еда, и все у вас будет. Так-с. Воды мало, еды. Все поели, все попили. Эх, вы какие троглодиты. Вот вам водичка, пожалуйста. Еще. Так, нам еще немножко не хватает для того, чтобы улучшить наш тренажерный зал. Тренажерный зал, да, и у нас там будут качаться наши поселенцы, наверное.
жители убежища. Все время забываю, как их правильно назвать. Почему-то поселенцы так хочется их называть. Хотя это у нас жители убежища. Дети Атома. Потому что они выжили после ядерной катастрофы. Такс. Тогда здесь попробуем электричество ускорить. 37, да, давай. Один справишься? Не справился. Иди помоги тогда ему. А, нет, эту не трогаем. А иначе она просто убежит. Чтобы быстрее потушить пожар. Давай, давай. Угу. Давайте, тушите. Ну чё вы так медленно-то? Вас уже сколько тут? Четверо, а вы тушите тут еле-еле. Там еле огонь уже горит там. Так, у этого жизни мало. Можем подлечить. Ну, они потом вас полностью ничего. Можно было и не лечить, в принципе. Но у вас есть хилка. Почему бы не воспользоваться? Так. Здесь у нас еще делается 49 минут, говорит, будет делаться ржавый лазерный пистолет. Так. Здесь 30. Давайте попробуем. Провал. Ну что ж такое-то, а? И опять пожар. Так. Еда. Еда, еда маленькая кончается. Но мы их потом не будем забирать сейчас на тренажерку. Мы их оставим здесь, пока они нам еду тут добывают. Так, а сколько у нас шприцов, если посмотреть? 24. В принципе, мы можем отправить вот эту вот нашу умницу-разумницу куда-нибудь на производство еды, наверное, тоже. 2, 2, да. Давай, иди сюда тогда. Будешь еду нам производить. В принципе, когда вот здания вот такие вот заброшены, там у них начинают бегать крыски. Ну, на складе это точно. Бывает даже, когда нападают кротокрысы какие-нибудь, или как они, крысы там называются-то, тараканы. Они, бывают, что там появляются вместе с той комнатой, в которой у нас произошел инцидент. Так, я пытаюсь найти опять этого. Ну, где ж ты есть-то? Вот где там... Где-то он спрятался опять. Ах ты. В какой же комнате? Не, не вижу его. Где-то спрятался. Ну, спрятался, так спрятался. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, попробуем ускорить еду. Ну, прям сразу и провал, ну. Хотя было там 29%. Такс. Тушите. Ну, тушите, тушите. Молодцы. Да-да-да. А теперь давайте нам еды, пожалуйста. Произведите. Еще немножко, и у нас будет 3000 крыжек. Но не сейчас. Так, у этого жизни отбавились? Так, нет. Вот у нее. Да. Не допустим. Так, тогда внизу пробуем. Отлично. Так, электричество. Опять нам не хватает электричества. Ну, а, вот. И сразу 71. А, это не электричество, это вода. Но нам повезло. У нас не провал. У нас удача нам улыбнулась. Давай, активирую. Раз.
Провал. Давайте, давайте. Так, еще кого-нибудь сюда позвать, да? Ну-ка, иди помоги. И ты иди помоги. А тут у нас везде крысы бегают. Ну ладно, пусть побегают. Потом мы придем в эти комнаты. Жителей своих разместим. А так нам бы уже, наверное, пора построить. Я вот не знаю, сколько здесь. Три зданица влезут. В принципе, из лифтов я не буду здесь строить. Нам одного лифта, в принципе, хватит. Чтобы когда на нас нападали, не бегали вот так зигзагами. За ним тогда будет труднее нам бегать. То как бы одна шахта лифта, если на нас нападает, нам быстрее по ней подняться куда-нибудь там. Или опуститься, допустим, если на нас нападает. Ну, скорее всего, сверху кто нападает. Поэтому внизу там, если кто-то будет вверх подниматься на помощь, там быстрее получится, чем откуда-то тут еще лифт где-то будет. Так что я думаю, что можно, в принципе, построить и нашу радиостанцию. Так, пока мы улучшаем комнату с тренажерами. Это у нас только второй левел, по-моему. Можно улучшить еще. Да, тут понадобится нам 9 крыжек. И, по-моему, там можно будет еще раз улучшить. Там, по-моему, уже то ли 18, то ли 15 требуется крышек. Ну, точно не помню. Ну, в общем, теперь он будет качаться быстрее намного. Здесь наш житель убежища. Да, так, мы можем сюда вот закончить также с помощью вот 6 часов, говорит, 7 минут будет качаться. Нужно 4 ядер кола для того, чтобы закончить тренировку. Тогда он уровень поднимет свой. А, вернее, не уровень. Так, стоп. А характеристики. Здесь он качает свои характеристики. В данном случае силу S. Так, кого-нибудь можно сюда разместить, я думаю, еще. Так, воды, в принципе, у нас хватает. Так, смотрим. S. Вот у него S очень мало. Иди сюда, пожалуйста. Давай. Надо подкачаться. Так. Электричество, еда. Еда хватает. Так. Нормальная сила. Вот у этого силы мало. Что там какой-то слабенький? Третий. И кого-нибудь еще сюда. Так, воды, в принципе, нормально. Тут двое вот добывают. Тут двое вот добывают. Так, у этого. Так, это на сколько получается? Четверо. Так, и так, нужен нам пятый. А сколько у него? Ну да, как раз нормально. А можем максимум, да, вот 6. 6 человек можем сюда. Так, опять. Где же он? Вот он. Поймали мы его. Шпиона. Так, сколько нам крыжек дадут? Ну, нормально так крыжечек насыпали за шпиона. Так. Четверо. Угу. Кого бы еще отправить? Трое, один. Трое. Так, а ты у нас. Так, давай ты посмотрим на тебя. Так, стоп. Ну вот, давай, сходи, тоже будешь. Ну и как раз-таки мы заполнили комнату. И теперь вот у нас. Кто чем тут? Кто гантели тягает, кто тут на канат залазит, там отжимается, там пресс качает. В общем, занимается спортом. Там у них, вон, даже видно, что какой-то душ там есть, можно принять. Ой. Вот там он пошел пресс качать у нас один. Значит, что мы можем еще построить? Так, это, наверное, радиостанция. Нам потребуется 600. У нас чуть-чуть не хватает.
Сейчас мы, наверное, чуть-чуть нам дадут как раз-таки за все вот это вот. А сколько здесь неудача? 37. Попробуем. Но она, наверное, бежит, если сейчас будет неудача. Удача. Так, отлично. Так, ну мы здесь как раз разместим радиостанцию. Наверху будет у нас радиостанция. Как раз-таки туда нам нужен будет харизмой. Какой-нибудь харизматичный человек. Житель убежища, соответственно. Вот что будет происходить. То есть мы можем ее будем включать, можем выключать. Ну, соответственно, будет повышать уровень счастья жителя. Значит, так вот. Да, то есть наводим здесь, и вот тут можем убежище, пустошь. Если убежище, то, соответственно, у нас уровень счастья будет улучшаться. Пустошь, это значит, мы с пустоши будем кого-нибудь звать к себе на, в убежище жить. Переманивать будем других жителей, а также рейдеров, которые будут нападать. Но они и без радиостанции надо нападать. Вот. Может еще вот так вот происходить. То есть ни с того ни с сего, а вылазят из-под земли вот эти вот тараканы. Сейчас они вылазят обычные, а потом в дальнейшем будут вылазить радиоактивные. Кротокрысы будут частенько вылазить. Так. На кого бы туда поместить? Кого бы туда поместить? Кто у нас с харизмой дружит лучше всего? Наверное, лучше вот так вот посмотреть. Так. Сила. Харизма. Вот, у нас с харизмой вот больше всего вот он идет. Угу. Придется тогда его заменить. Тогда будет кто-нибудь здесь другой качаться у нас, наверное. Давай тогда вот у нас на радиостанции поработаешь. Будешь диджеем на радиостанции. А сюда мы кого-нибудь еще сейчас пригласим. Вот так, наверное, это сделаем. Так быстрее получится, интереснее сделать будет так сила. И мы смотрим, кто у нас самый слабенький по силе. Вот вооружение у нас работает. Потом вот на энергоустановке. Где он у нас есть? Он там один был, интересно знать, а то он... Да, он там один был, к сожалению. Ладно, придется кого-нибудь отправить сюда тогда. А эти пусть качаются. Соответственно, сколько сейчас посмотрим. Нет, им каждому, кстати, разное время нужно для того, чтобы прокачаться. Где посмотреть-то? Не пойму. А, вот все. Опять шпион. Шпион, 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 шпион. Я не вижу. Шпион, шпион. Вот где-то появился, я только что слышал. Бум-бум-бум-бум, музычка такая была. Это значит, он себя выдал. А где он себя выдал? Вот это вопрос. Тут у нас крысы. Никого нету тут. Так. Тут бутылочка стоит. Это не то. Ой. Так. Да нету его. Вот какой хитрый. Спрятался-то. Может, там где-нибудь за стенкой. Ладно. Ну, в общем, нам нужны еще жители. Так что пока что будем ждать, кто там из пустоши. Наши трое вот эти придут. И вот этот придет. Того у нас четверо еще. Да, в принципе, нормально. И мы, наверное, будем строить отношения в жилом комплексе. Для того, чтобы у нас было больше поселенцев, наших жителей убежища. Но это, скорее всего, в следующей серии мы будем делать. А пока что давайте на этом закончим. Всем пока.